Тебе, Леголас, я дарую лук Галадримов. Он достоин мастерства наших лихолесских родичей. Это нолдорские кинжалы. Они уже проверены в бою. Не бойся, юный Перегрин. Ты найдешь в себе храбрость. А для тебя, Самвайз Гэмджи, эльфийская веревка, свитая из Хитлайна. Спасибо, госпожа. А тех чудесных, блестящих кинжалов больше не осталось? А что гном хотел бы получить в дар от эльфов? Ничего. Ну, разве еще хотя бы раз взглянуть на госпожу Галадримов? Ибо она прекраснее всех драгоценностей подземного царства. На самом деле, есть одна вещь. Нет, не стоит. Это совершенно невозможно. Глупо спрашивать. У меня нет для тебя дара большего, чем ты уже обрел. Во имя ее любви я опасаюсь, что благоденствие Арвен не вечно. Может, ей лучше покинуть эти берега и жить со своим народом? Она могла бы отправиться на корабле в Валинор. Выбор все еще за ней. А твой выбор за тобой, Арагорн. Возвыситься над всеми своими предками со времен Элендила. Или пасть во тьму вместе с остатками твоего народа. Счастливого пути. Тебе многое еще предстоит сделать. Мы больше не увидимся, Элиссар. Прощай, Фродо Бэггинс. Я дарю тебе свет и Оренделя, нашей любимой звезды. На Марии. Пусть он светит тебе во мраке, когда весь прочий свет угаснет. Это расставание нанесло мне горькую рану. Когда я взглянул в последний раз на то, что прекраснее всего. Ведь я более не назову ничего прекрасным, кроме ее дара. Что же она подарила тебе? Я просил один лишь локон ее золотых волос. Она дала мне три.